Я знаю, что здесь находится группа прессы из России. Думаю, в дальнейшем информационные обмены надо усиливать. Я чувствую, что обстоятельства вынуждают меня сфокусироваться на более срочной теме, на главной угрозе, с которой столкнулась наша великая нация. Это Россия. Действия России не позволяют выстроить новый мировой порядок. Они подрывают уже существующий. Облегчая карательные меры, пока не поменялось их поведение, мы лишь еще больше подстегнем Россию. Недавний опрос показал, что 37% республиканцев одобрительно относятся к Владимиру Путину, против 10% в июле 2014 года. Было бы наивно и беспечно думать, что те, кто обнаружил уязвимости, не попробуют воспользоваться ими снова.